Смотрите сегодня. Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов. Также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта. И, конечно же, вас ждет не детский бой между командами Трэп и Кибер. Soccer Jam — это гремучая смесь из Counter-Strike и футбола, которая становится все популярнее в Европе и США и только начинает приобретать популярность в России. Задача игры — забить гол в ворота соперника. Игра происходит только с ножом в руках. В связи с ростом количества игроков в данной дисциплине совсем недавно была открыта российская лига Soccer Jam. Организационный комитет CPL World Tour 2007 решил, что игры Counter-Strike, Quake, Warcraft слишком устарели, и надо состязаться в более продвинутые игры. Они решили заявить Fear и World in Conflict. Итог не заставил себя ждать. К первому туру состязаний заявки на эти игры подали не более 10 человек. Недавно в рамках 10-го сезона EPS произошел скандал. EPS – крупнейшая онлайн-лига в Германии, где в ходе одного сезона по дисциплине Counter-Strike сражаются лучшие команды страны. Один из игроков команды был пойман на использовании чита Wallhawk. Стоит отметить, что эта команда долгое время подвергалась критике со стороны многих игроков, принимающих участие в EPS. Судейская коллегия требует от читера демки от первого лица. Тот, в свою очередь, объявил об окончании игровой карьеры и удалил все материалы. Неприятный случай произошел с одним китайским студентом. Администрация учебного заведения решила отчислить его за весьма странный поступок. Подросток создал карту для небезызвестного шутера Counter-Strike, которая копировала в точности одно из зданий его колледжа. Они заподозрили его в организации теракта, проведя аналогию с недавними событиями в Америке. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим виды и основные различия оружия в игре Counter-Strike Source. Рассмотрим основные и часто используемые виды оружия террористов. Пистолеты. Самым мощным и лучшим является Nighthawk. С большой убойной силой и, несмотря на маленькое количество патронов в обойме, он является хорошим запасным оружием. Следующий вид. Дробовики. Они используются на небольших картах и в ближнем бою. Третий вид оружия. Пистолеты-автоматы. Лучшее соотношение цены и качества. Наиболее удачный вариант – так называемый 3-1. Штурмовые винтовки. Основной вид оружия Counter-Strike Source. Автомат Калашникова. Большая убойная сила, но большой разброс. 4-4. Небольшие разбросы и убойные силы, но есть оптический прицел. Снайперские винтовки. Отличаются убойной силой, скорострельностью и количеством патронов в обойме. Пулемет. Мощное оружие для заградительного огня. Также есть гранаты. Флешка. Для ослепления противника, дымовая шашка для прикрытия и осколочная граната – самый удобный и действенный вариант на все случаи жизни. В следующий раз мы рассмотрим оружие контров и дополнительные снаряжения. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов. И, конечно же, вас ждет не детский бой между командами Трэп и Кибер. Игровая клавиатура Aphotech X7G100 – это компактный девайс для настоящего геймера. На ней сосредоточены только самые необходимые кнопки. Клавиатура имеет сменные панели с подписями. По умолчанию на ней стоит панель для Counter-Strike, но в комплекте есть также панели для Half-Life 2, Battlefield 2 и Call of Duty 2. Представьте себе, что под пальцами одной лишь левой руки у вас располагаются целых 10 полностью программируемых кнопок. Добавьте к этому то, что каждая из этих кнопок может быть запрограммирована на несколько действий. А теперь добавьте к этому возможность записывать последовательности команд на каждую клавишу. Теперь вам больше не придется перемещать руку по всей клавиатуре, лихорадочно ища нужную клавишу. Cytec X52 Flight Control System. Полностью интегрированная компьютерная система управления полетом. Точность, эргономичность и дизайн в комплексе позволяют наиболее реалистично передать ощущение полета. Улучшенный геймплей с информативным и простым мультифункциональным дисплеем, к
кнопки с подсветкой, резиновые вставки и улучшенный дизайн позволяют насладиться игрой с комфортом и без усталости. Компания Logitech представляет совершенство для компьютерных развлечений. Манипулятор Logitech G25 Racing Wheel. Рулевое управление Rock Solid с поворотом руля на 900 градусов. Шестискоростной рычаг переключения скоростей. В этом 28-сантиметровом руле кожаной оплетки предусмотрен каркас из нержавеющей стали. Механизм обратной связи по усилию со сдвоенным электродвигателем и двумя стальными шарикоподшипниками обеспечивает надежное рулевое управление и улучшенные эффекты усилия. Точные педали управления газом, тормозом и сцеплением позволяют добиться непревзойденного мастерства в управлении. Теперь, если вы не победите, виноват не руль. Стоимость данного средства развлечений составляет всего 9990 рублей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня вы увидите матч по Counter-Strike между командами Trap и Кибер. Составы команд. Блейд, Земский Демьян. Ромчик, Макаров Роман. Редмен, Тарасов Владимир. Грибов, Грибов Александр. Танк, Руслан Аббясов. Team Aerial Aggressive Performance – это молодая российская команда, которая была основана в мае 2006 года. Цель создания команды – представлять на российской киберспортивной арене один из крупнейших российских регионов, а именно Приволжский федеральный округ. Их соперники – команда Кибер. Михаил Кулер Филонов, Никита Фиксиус Чубаров, Илья Нейл Петин, Дмитрий Кекс Кияткин, Дмитрий Митя Бельский. Команда образовалась в начале 2006 года. Участвовала и в первом, и во втором сезоне чемпионата НПКЛ. Ко второму сезону клуб решил полностью сменить состав и взять игроков из Москвы в состав Red Devils, одной из опытных команд. Игра этих команд не предвещала сильной интриги. Конечно, в чемпионате НПКЛ участвуют только профессиональные команды, но никто не ожидал, что плетущиеся в хвосте турнирной таблицы команда «Кибер» сможет что-либо противопоставить «Трэп», занявшие второе место в прошлом сезоне чемпионата НПКЛ. Первая атака команды «Кибер» начинается с того, что все игроки разбегаются по карте. Один бежит проверять подступы к бомб-пленту «Б», один остается на респауне проверять центр, трое остальных подбежали ближе к длине, постепенно занимая ее. Фиксиусу необходимо было проверить «Б», если что, отвлечь противника, а также не дать Хелпу спокойно пробежать с «Б» на «А». Проверяя, что же творится на центре, он никак не мог ожидать такой встречи. Решив отомстить за тиммейта, Велком и Нейл устремляются на центр, где Диму находят пули Макарова. А потом также бесславно погибает и Кулер от пуль Редмана. Судьба раунда уже почти предрешена. Нити, конечно же, отомстил за Кулера, но, подтянувшись к месту действий Грибов, уничтожает последних двух игроков и приносит в первый раунд в копилку своей команде. В третьем раунде атакующая сторона решила действовать аккуратнее. Закупилась диглами, такие мощные пистолеты, и не спеша пошли на центр. Заметив это, Трэп начали прострел со своих позиций, и граната от Макарова достигает Найла. Но Митяй дождался следующего выхода и отомстил за напарника. Кибер теряют еще двух игроков. Митяй убивает Грибова, подбирает на зигзаге это проход из центра на бомб-плент А Кольт и дожидается Редман. Вместе с Кулером они отправляются на взятие Б. Устанавливают бомбу, но Земский и Аббясов отвоевывают бомб-плент. Счет становится 3-0 в пользу Трэп. В четвертом раунде отличнейшие позиционно-снайперские способности показал Александр Грибов. Увидев две ослепляющие гранаты, он выждал и, хоть не попал, все же не без боя отступил с позиции. Тут же закидал бомб-плент световыми гранатами. Сменив позиции, он убивает Найла, а затем Дмитрия Кияткина. Митяй достойно отвечает, забрав с собой и Грибова, и Макарова, но на большее его не хватило. Закладка бомбы в третьем раунде дала экономическое подспорье, плюс 800. И в пятом раунде у Кибер хватает денег на закупку, благодаря чему они пробивают себе путь на бомб-плент А, где Дмитрий устанавливает бомбу. И вместе с Найлом не дают Трэп разминировать ее. Кибер берут первый раунд. Шестой раунд стал для Трэп экономическим. Дмитрий Кияткин решает пройти по темному проходу в центр. Убивая двоих, он встречает Макарова, который убивает на центре троих из Кибера. После долгих блужданий Кибер устанавливают бомбу на пленте А. Но и тут Макаров не забывает, что он член сборной России. 5-1.
В седьмом раунде у Трэп было туго с оружием, но Митяй выбирает неожиданную позицию и отстреливает Земского. Трэп тут же на центре устраивает небольшой сайгон, но Кулер, вовремя отойдя и выжив, пошел вместе с Нейлом в атаку на А через зигзаг. Ни Макаров, ни Абясов не смогли остановить Михаила, но раунд был проигран. Первая сторона заканчивается со счетом 10-5 в пользу команды из Нижнего Новгорода. Это солидное преимущество, особенно для Трэп. Но, видимо, этот фактор и повлиял на то, как необдуманно, неаккуратно была проведена вторая сторона на этой карте. В первом раунде Трэп решили воспользоваться отсутствием снайперской винтовки у противника и проползти по зигзагу. У них все вышло, вот только Кулер и Велком не дали бомбе взорваться, и первый раунд уходит в копилку Кибер. Во втором раунде столь же нелепая попытка взять А была пресечена Кулером, который очень неплохо подгадал с позиции. Раунд предрешен. Закупившись в третьем раунде, Трэп уверенно побежали вперед. Но волей случая, именно сейчас Кибер решили вплотную занять выход на длину, что и дало им преимущество, и в итоге взятый раунд. Заставив Трэп отдаваться третий раз, Нейл и Митя встретили их во всеоружии на Б и не дали ни одного шанса. Можно сказать, что седьмой раунд для своей команды принес Фиксиус, сумевший в одиночку остановить противника у выхода на длину. Сначала сразу минус два, но чутье и слух не подвели, и даже слепой Фиксиус убивает Абьяса. Дальше Кибер уже поняли, что Трэп сдулись. Команда из Нижнего Новгорода явно не ожидала такого сопротивления. При счете 10-4 Дмитрий Кияткин делает последний фраг в этой игре. И команда Кибер побеждает со счетом 16-14. Ребята, молодцы. Поздравляем вас с таким хорошим результатом. Смотрите в следующий раз. Впервые в России и впервые в эфире российского телевидения. Финал чемпионата по Counter-Strike Национальной профессиональной киберспортивной лиги сезона 2006-2007 годов. Вы узнаете, кто стал чемпионом России по Counter-Strike по версии НПКЛ. Вас ожидает буря эмоций, сумасшедший драйв и адреналиновый прилив. И все это в следующий раз.